Всем привет! В этот раз мы посмотрим, до чего дорос наш старый добрый SG-907. Если честно, то я думал, что версия SG-907 Pro будет последней в этой линейке, но не тут-то было. Разработчик решил еще раз прокачать популярную модель, выпустив новый SG-907 Max, внеся ряд качественных изменений, которые мы сейчас рассмотрим. Одним из главных изменений стала замена моторов дрона на бесколлекторные, что перевело его уже в несколько другой разряд, повысив надежность и летные характеристики. Внешне модель мало отличается от своего предшественника, разве что на лучах добавилась светодиодная подсветка. Кстати говоря, сейчас почти у всех продавцов продаются несколько моделей данного дрона, поэтому будьте внимательны при выборе, чтобы вместо Max не выбрать что-нибудь другое. Еще одним заметным улучшением стало увеличение емкости аккумулятора на целую 1000 мАч. Теперь его емкость 2600 мАч при напряжении 7,6 вольта. Это позволяет квадрокоптеру находиться в воздухе до 26 минут, что примерно на 10 минут больше, чем у SG-907 Pro. Время зарядки составляет около 2 часов. Вес, правда, тоже вырос, но очень незначительно. Теперь он составляет 310 грамм против 285 у прошлой модели. Следующее улучшение – это количество осей подвеса камеры. Теперь он стал трехосевым. У модели SG-907 Pro подвес был двухосевой, как вы, наверное, помните. Характеристики радиопередачи остались прежними. Видеосвязь, по заявлению производителя, может достигать 800 метров, в зависимости от местности и модели телефона. Расстояние радиосвязи с пультом управления до 1200 метров. В остальном, в принципе, изменений нет, если я, конечно, что-нибудь не упустил. Для видеосвязи в телефоне точно так же необходима поддержка Wi-Fi 5 ГГц. Посмотрите это в характеристиках вашего телефона. Фото и видео точно так же пишется и на телефон, и на карту памяти. Список интеллектуальных режимов полета остался таким же. «Следуй за мной», режим орбиты, движение по точкам и автоматический возврат домой по вашей команде, по разряду батареи или при потере сигнала. На этом, в принципе, и все. Надеюсь, что видео было полезным. Ссылки на SG-907 Max будут в описании под видео. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!